Перепись населения – это важное событие, планируемое и подготавливаемое несколько лет. Говоря образно, перепись – это моментальная фотография всего населения страны. Переписчиков больше всего волнует то, что происходит здесь и сейчас. Качество переписи считается высоким, когда доля переписанного населения приближается к 100%. И вся эта информация чрезвычайно нужна и полезна для нашего государства. Предыдущая всероссийская перепись населения прошла еще в 2010 году. И поскольку очередная перепись проводится не реже, чем один раз в 10 лет, то срок ее проведения назначен в октябре 2020 года. Уже несколько месяцев в Краснодарском крае и в Славянском районе идут подготовительные работы, предшествующие переписи. Проведено заседание межведомственной комиссии с участием глав поселений района, где были рассмотрены вопросы по подготовке переписи. Значение этого важнейшего государственного мероприятия трудно переоценить. Цель переписи – собрать численный состав населения, половой, возрастной состав, а также условия проживания, национальный состав, образование и другие параметры населения, которые необходимы для расчета экономических и социальных вопросов решения в правительстве. Нужно будет провести сплошную проверку состояния адресного хозяйства и при необходимости установить недостающие названия улиц, номерные знаки домов и квартир. Словом, предстоит сделать все необходимое, чтобы при проведении переписи не было неприятных сюрпризов. В августе по городскому и сельским поселениям района пройдут регистраторы для проведения проверок адресного хозяйства. Уважаемые славянцы, с 1 августа по 30 августа по территории города Славянска на Кубани и Славянского района пройдут регистраторы. Регистратор будет при себе иметь удостоверение, и по всем вопросам просим вас обращаться по телефонам в органы статистики 40201 и 22105. Итак, подготовка к проведению всероссийской переписи населения идет полным ходом. По результатам переписи будут рассчитываться параметры социально-экономического развития регионов. Иными словами, быстро увеличивающее свое население Кубань сможет получить новые возможности для решения своих проблем. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».